Отсутствие автокресла спасло здоровье, а может быть и жизнь ребенку. Накануне в 11 вечера в базовом переулке Екатеринбурга столкнулись Lexus LS250 и Kia Soul. Обе машины двигались в направлении Сибирского тракта со стороны Россельбана. Вместе сужения проезжей части Lexus, ехавший в левой полосе, принял правее и зацепил правым бортом минивэн Kia. Обе машины потеряли управление и вылетели на обочину, где каждая из них угодила в дерево. Но поскольку скорость Lexus была достаточно высока, седан выбросило обратно на проезжую часть. Благодаря системам безопасности никто из участников аварии не получил серьезных травм. Врачи скорой помощи осмотрели всех пострадавших, но на госпитализации настаивать не стали. В числе пассажиров Kia Soul оказался и один подросток, к счастью, отделавшийся только синяками. Мать мальчишки рассказала журналистам удивительную историю. В этой поездке с ними должен был ехать и ее младший ребенок, но в машине не оказалось детского автокресла. Оценив риски, женщина решила не брать с собой малыша и как в воду глядела. При лобовом ударе в дерево малолетний ребенок, пристегнутый штатным ремнем безопасности или не пристегнутый вообще, мог получить тяжелейшие увечья.